С 1 ноября на Кубани действуют новые ограничения. Дополнительные антиковидные меры прописаны в постановлении губернатора Вениамина Кондратьева. Работодателям рекомендуют перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, невакцинированных жителей старше 60 лет, жителей с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями. Этим гражданам предлагают перейти на самоизоляцию. Выходить из дома в этом режиме можно для обращения за экстренной медицинской помощью, выноса мусора, выгула домашних животных, прогулок с детьми на придомовой территории, а также для следования в санаторий. Предприятия общественного питания на Кубани с 1 ноября могут работать только с 6 утра до 11 часов вечера. Сохраняются все ранее введенные ограничения. До 7 ноября действует запрет на массовые мероприятия. Спортивные соревнования могут проводить без участия зрителей. Заселиться в отель по-прежнему можно с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом из личного кабинета портала госуслуг о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.